Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, подписчицы, случайные зрители. Если вы еще не подписались на наш канал, обязательно подпишитесь. В этом видео мы проведем обзор на необыкновенную черепаху. Этих обитателей аквариум называют дальневосточный трионикс, китайский трионикс, китайская мягкотелая черепаха. Широко распространена на Дальнем Востоке и в Азии. Пресноводная черепаха китайский трионикс принадлежит к породам мягкотелых черепах. Имеет кожаный панцирь с мягкими краями, без жестких роговых пластин. В Китае и Японии этих черепах разводят на фермах и употребляют в пищу. Взрослые особи достигают внушительных размеров. Средняя длина панциря 20-25 см, максимум 40 см. Вес черепахи достигает 4,5 кг. Внешность этих черепах очень необычная, и на кожаном панцире она не заканчивается. У нее длинная шея. Голова заканчивается удлиненной мордочкой с длинным гибким хоботком. В конце широкие ноздри. Смешной внешностью скрывается настоящий хищник, имеет сильные челюсти и острые края. Считается, что эта черепаха имеет достаточно сильную агрессию, агрессивный характер и может даже укусить. На сушу выходит редко. Часть кислорода трионикс получает из воды с помощью глоточного дыхания. Но это не все. Часть высовывает свой нос из воды. Дыхательная система этих черепах заслуживает вообще отдельного обзора. Если сказать в двух словах, они имеют пучки выростов ворсинок в слизистой глотке, которые играют роль жабр и позволяют до 15 часов находиться под водой. Но это еще не все. Кожный покров обеспечивает также кожное дыхание в воде и отчасти на суше, что редко встречается у пресмыкающихся. Вообще этих черепах нельзя назвать медлительными. Они очень шустрые, быстро плавают и ныряют. На суше даже быстро бегают, хотя дальше 2 метра от воды они не отходят. Этих черепах заводят дома как домашних любимцев. Для них нужен достаточно большой террариум или аквариум минимум на 60 литров. И островок суши, на который они смогут выходить. Воду для террариума отставят, как и для рыб. Вода не должна содержать хлорки. Температура воды должна быть 20-26 градусов. В качестве грунта используют ил или песок. Не стоит заводить двух триониксов. Друг с другом уживаются плохо, часто дерутся, а вот с некоторыми видами рыб можно. Считается, например, что макропод может даже отучить трионикса от агрессии. Теперь немножко хотелось бы поговорить про кормление. Взрослых черепах кормят примерно 2-3 раза в неделю. А вот молодых черепашек приходится кормить каждый день. Также основным кормом является рыба. Причем можно давать как живую рыбу, так и замороженную, купленную в магазине. Чтобы рыба была не жирная. Например, треска. Можно давать куриное и говяжье сердце, печень. Часто в качестве лакомства дают насекомых, лягушек, креветок и даже улиток. Хищник не откажется и от капусты, и другой зелени. Но правда, съедает такую пищу не всегда, и нужно за этим смотреть, потому что такой период, когда наступает, когда не хватает витамин, вот именно в этот период можно предложить зелень. Также триониксам необходимы кальций и минералы. Если вы не купили в магазине или купили, а он его не ест, тогда придется давать рыбу с костями. Именно кости рыбные заменяют им минералы и кальций. А вот с размножением, конечно же, все достаточно сложно. Как правило, триониксов разводят на фермах. Часто это страны Азии, Китай, Япония. В домашних условиях
Если у вас, конечно же, аквариум или террариум на 60 литров, этого будет очень мало, потому что трионикс достаточно подвижные, и они очень четко чувствуют природные условия или нет. Но в целом эта черепашка очень интересная, ведет себя необычно, не так как все черепахи, не так как красноухая черепаха, и удивляет, конечно, она своим и поведением, отношением. Ну и, как я уже сказал ранее, да, то, что ее можно держать с некоторыми видами рыб, но рыбку нужно подбирать тщательно, потому что мелкая рыба, которая поместится в рот, она обязательно будет съедена. Причем это происходит очень интересно. Черепаха, как правило, зарывается в грунт, в песок, в ил, и с помощью своей длинной шеи она, грубо говоря, выстреливает головой в рыбку. С открытой пастью, соответственно. И рыбка просто не успевает уплыть от нее, она ее быстренько-быстренько съедает. Как видите, в этом аквариуме, где она сейчас у нас сидит, она сидит с попугаями, с молодыми попугайчиками. И с ними она уживается очень хорошо. Причем, когда к аквариуму подходит незнакомый человек, трионикс вместе с попугайчиками прячется за фильтром. Можно сказать, что они даже дружат. Берегите пальцы, особенно поначалу, когда у вас не будет опыта общения с этой черепашкой. Если укусит, будет очень больно, может укусить до крови. Ну, а я, наверное, на этом с вами попрощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч. До свидания.